Дмитрий Овсянников вернулся на прежнюю работу. Распоряжением правительства Российской Федерации за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева экс-губернатор Севастополя получил должность, с которой он уехал руководить городом-героем летом 2016 года. Назначить Овсянникова Дмитрия Владимировича заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации. Говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства 25 октября. Напомним, Дмитрий Овсянников был отправлен в отставку с поста губернатора Севастополя указом президента России 11 июля 2019 года после ряда провальных проектов и скандалов в городе-герое. Отставка случилась досрочно. Выборы губернатора состоялись только в 2017 году. По данным информагентства ТАСС, в должности заместителя министра промышленности и торговли Овсянников будет участвовать в формировании позиции Министерства по вопросам промышленного развития субъектов Российской Федерации и реализации проектов по оказанию гуманитарной поддержки предприятиям промышленности и торговли других государств. С 2007 года Дмитрий Овсянников трудился на руководящих должностях в ОАО «Чепецкий механический завод», ОАО «Пермский моторный завод», ОАО «Объединенная двигательно-строительная корпорация». С 2014 года он стал директором Департамента региональной промышленной политики Минпромторга России. С декабря 2015 года получил должность заместителя министра промышленности и торговли.